Так, 20 августа, 17 год, Харьков, 12:45 по Киеву, улица Культуры, дворец Сумска, дворец бракосочетания. Уверен, многие слышали про рояль в кустах, а вот про рояль в цветах я как-то не доводилось слышать. Ну, играет? Нет. Жалко. Сейчас бы венгерскую рапсодию забабахать с листа. Пошли, там он еще есть. А не забабахать ли нам венгерскую рапсодию с листа? Или с листа, как его правильно фамилия-то? Лист. Лист. Еще одна инсталляция. Когда женщина идет под венец, сынуля, у нее в животе бабочки. Понял? Дворец бракосочетания, палаццо дружины. 1913 год. Это как раз то место, где эти бабочки из живота попадают во внешний мир. Весь наш мир? Точнее. Вся наша планета? Это огромный вот беременная женщина. Да. Тут ты прав. Из живота женщины не только бабочки выпархивают. Ну и мы с тобой, кстати, тоже оттуда же. Букет невесты, которым, как я и говорил, придавила наверняка не одну дружку свидетельница. Ну и что, вперед. Так, у нас 20 августа, 17 год, Харьков, 10:31 по Киеву, метро Ботанический сад, улица Атакара Яроша, ну, в смысле, это проспект Науки, перпендикулярно Атакара Яроша. Или уж не знаю, как ее ныне называют. А, да, Атакара Яроша, значит, не переименовали. Ну, в принципе, да, Атакара Яроша, это ж, по-моему, защищавший Советский Союз при вторжении нацистов в 40-х годах 20 века. Ну, в общем, капитально здесь все изменилось с того момента, как я здесь жил 25 лет назад. Идем в Саржин-Яр. Пошли со мной. 20 августа, 17 год, Харьков. Саржин-Яр. Да держи, держи, я же записываю. Вот это тут рыбины. 10:39 минут по Киеву. Пойдем, там дальше интересно. Там дальше есть. Ну, даже рыбачат и даже что-то ловят. Папа. Говори. Хочешь рыбу? Я рыбу не ем, сынок. А мама? Мама ест. Пошли. Не, не надо, пошли, сына. О! Смотри, он поймали рыбку. Поймали рыбку. Я хочу для мамы. Я поймаю, короче.
Уважаемые харьковчане, приносим извинения за временные неудобства, связанные с реконструкцией нашего города. А вот и рыбка. Какую поймать? А, сынок, пошли, времени мало. Августа, 17 год, Харьков, 10:44 по Киеву. Вот такой вид у нас имеет Саржан Яр. Все в реконструкциях. Все в ремонтах. Да, жалко. Редко я сюда выбираюсь. И на тебе. Сейчас поедем, сынок. Пошли, часы тебе покажу. Там часы красивые. Да, сейчас надо будет ополоснуться обязательно. Жарища крепкая. Так, у нас вот такие часики. И церковь. Ну что, пошли купаться. 20 августа, 17 год, Харьков, 10:51 по Киеву. Вот такая церквушка. Ты вроде марафон хотел. Пошли к марафону, да, саночки. Двадцатое августа, 17 год, Харьков. Харьковский марафон. Километра, 195 метров. Мама дорогая. Спасибо всем. Марафон Кубхайков. Это уже второй. 20. Дорогие спортсмены, уважаемые присутствующие, мы переходим, наверное, к самой почетной стадии нашей церемонии награждения. 20 августа, 17 год. Харьков. К подиуму приглашаются группа спортсменов с неограниченными физическими возможностями. 20 августа, 17 год, Харьков. Международный марафон освобождения. Осторожно, сын, ты же меня толкаешь. 42 километра. Освободите, пожалуйста. Освободите дорожку. И вот господа журналисты финишируют. Спасибо. Марафон посвящен 363-й годовщине освобождения Харькова. Ой, господи, освобождение. Основание Харькова. В 26-й годовщине независимости. И 73-й годовщине освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков.
и на всех. Гриша! Гриша! Елена! 20 августа, 17 год, Харьков, 11.39 по Киеву. Парк Горького и колесо обозрения. Все выше и выше. Все выше и выше. Сколько же тут метров, я забыл? 55 что ли? Максимальная высота. А прикинь, если кто-то осмелится отсюда прыгнуть? Не, ну один раз так можно сделать. И камеру. А в обязательном порядке. О, глянь, тут вроде дорогу компарсовывается. Парфума. Так. Сейчас нам будут открываться все красоты города Харьков. И это было только начало. Это только мы на небольшой высоте. Ну ты же не боишься высоты? Нет. Ну, чуть-чуть боюсь. То, что тебя качает кабинку, не страшно? Ну, немного страшно. Так а чё, что захотел сюда пойти? Ты меня заставил. Я тебя заставил. О, ветерочек вообще в такую жару, это то, что надо. Ну, надеюсь, тут есть подушка безопасности. Она сильно поможет при падении с такой высоты, конечно. Не очень. Так, вон у нас ориентир номер один. Вот. Телевышечка. Ой, боже, мы на такой высоте, что вообще. Вау. О, кран. Глянь, кран. Что-то строят. Рисободрение выше. Да это сейчас просто круглую по Харькову строят, перекладывают, перестраивают. Человек боялся его построить, это колесо. Да, это так. Немало. Ну, вон у нас блестит. Церковь. Церковь, да. Ой, я вижу американские гонки. Ой, ну, вот. Что такое? А? Татуя про свое. Церковь Матроны Московской, это на Салтовке. Что-то не очень похоже, что мы едем. А, вон Успенский собор, по-моему, да, это он. Что-то я не сориентируюсь, да не, не он. Вроде то здание, от которого мы пошли по кругу. Да? Что-то не хочется через стекло фокусироваться. О, господи, а что это тут застройка такая огромная? Я ж тебе про это и говорю. Что-то строишь. Так, а там у нас на стадионе Динамо идет 32-й международный марафон. О, и да. Прикольно. Тебе не страшно? Не, я высоты не боюсь, иначе. А ты не прыгнешь на ту кабинку? Из этой на ту кабинку? Вот это уже не страшно, это уже просто глупо. Вот, мы видим, что у нас на кабинке.
удачи. Обо что? Да, тебя сколько? Желательно не обо что, да? Ну-ка попробуем отсюда увидеть речку. Я не пойму, а зачем? Давай попробуем. Чуть ли не как мечеть выглядит. Давай попробуем найти речку отсюда. Какую речку? Ну, нашу. Да не, она... А, вон Успенский собор. Ну, а там... Классно? Страшно. Страшно? Что ж страшного? Красотища какая. Красотища требует жертв. И вот мы жертвы. Красота требует жертв. Горит у нас там что-то. Где? А вон, видишь, дымы. Дома? Дымы, дымы. Так, а мы уже на пике, да? На пике? Так. Когда вы на пике, вы ближе всего к пике. Я понял. Ну да, здоровенный город, конечно. Да. Не видно конца. Наш город не здоровенский. Это наша земля здоровенная. О, мы спускаемся, аллилуйя. Слушай, я так боюсь. Вот те раз, ты ж смеялся с мамой, что она боится, а сейчас сам боишься. Ну, просто реально страшно, я тогда не смотрела особо вниз. О, теперь мы не будем. Ой, снизу есть кабинка. Ну, а он вон наш Газпромчик. Такой ракурс, конечно. Необычный университет. Ты же не собираешься двери открывать? Мух сюда запускать. Эй, да скоро я сам стану мухой. Что, надолго тебе хватит впечатления? Думаю, что надолго. Точнее, не надолго. А ну-ка, я где-то видел баку, где он? А, вот. 40 гривен делов для того, чтобы немножко побояться, да? О, а ну-ка, сделай вот так. Я вот сюда будет дуть. Ветрюганище. Ой, стрёмно. Стрёмно. Да, ветерочек такой не слабенький. Даже кабинку качает. Это не от этого. Это не от этого. А от чего? Она сама качается, как будто спускается. А вон гномики на колокола, я их не видел никогда. Какие гномы? А вон, смотри, мы как раз к ней спускаемся. На крыше. Гномы-звонари. Ой,
стенам. Как будто у них глаза. Посмотри, какие у них глаза. Как будто их ударилось на предыдущий логик. Тебе 5 минут на этой высоте страшно. Они там на постоянную торчат. Конечно, у них глаза уже. Как будто их... На выкате. Как будто их ударило по предыдущий логический. Работать громоотводом не самая лучшая профессия. Да, ну зимой, конечно, чуть поинтереснее здесь снимать, потому как зелень не скрывает архитектуру. О, стали из Кока-Колы. 20 августа, 17 год, Харьков. Вот такой теперь Сумской рынок. Сильные перемены по сравнению с 25-летней давностью.